Закрытие третьего трудового семестра, приуроченное к 97-летию комсомола, состоялось в Большом зале филармонии. Участие принял и Багуир, где было создано порядка 46 студенческих отрядов. Более 1000 студентов не осталось без работы. Этим летом я работал на атомной электростанции в качестве арматурщика второго разряда. За лето мы получили очень хорошую денежную прибавку. У нас были очень хорошие условия для проживания, ну и все в целом остались довольны. В филармонии была организована интерактивная выставка, а также подведены итоги трудового семестра. Командиры лучших студенческих отрядов награждены памятными призами и грамотами. Я уже не первый год работаю и командиром отряда, не первый год уже. В прошлом году мой отряд был лучшим в республике, работавшим на чемпионате мира. В этом году работа прошла хорошо, все обошлось без происшествий и жалоб. Итоги трудового семестра для Багуир – 7 грамот, а значит, штаб трудовых дел по-прежнему в лидерах. В целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, я довольна. Конечно, мы не смогли повторить результат прошлого года, но тем не менее мы на протяжении уже 2 лет удерживаем вторую позицию в городе по трудоустройству. Наталья Винникова, Дмитрий Войтиховский, Алена Соколовская, Максим Максак. Молодежное телевидение «Багуир».